Как у вас там Машка бегала, а у меня уже кабан, ему завтра 13 лет, и я все ему ужин. Погнали. Играем. Чуть по черепу. С черепа, если что, магию не диспелили. Пошу. Да, на перекрытие. Забегаем по правой стеночке. А у тебя Холи Пал есть? Кого? Все понял. Да. Ничего не поменялось. С одним отличием. Теперь мы разбиваем полностью сторону. По черепу, блин. Ну, чай, ну, этот, как его, объясню, что-то. Четыре курим, объясню так, убьем. Пойдем на молокрас, объясню так. Все, да, добиваем трэш. Да ну, попусти. Да, сейчас ДБМ делаю, перекурчик. I can't.
Выпейте перед пулом. Далее. По особенности босса. Дженелай. Он дышит огненным дыханием на рандомного человека в рейде. Соответственно, кто с этим рядом человеком стоит, также получает урон. Это прохиливается. Дальше. Самое заебное на Дженелая — это каст огненной бомбы. Он телепортирует всех в центр, соответственно, сам телепортируется в центр, раскидывает маленькие огненные бомбы, то есть или яйца, или кружки на полу, то есть как вам удобнее. Соответственно, маленькие. Место, дальше. Вам надо набрать от них рейндж 4-5 метров, потому что иначе просто вас нахуй шотнет. Здесь понятно, потому что они взрываются по истечении там времени, как он скастует. Далее, соответственно, место есть уклониться от этого. Следим, смотрим место, уклоняемся. Дальше. Сейчас я бегаю, вот тут вот, видите, вот этот раз вход. За боссом вход. Где квадраты, где ромбик, эти входы при огненной бомбе становятся, ну там будут огненные стены. Соответственно, к этим огненным стенам не подходим, потому что они, во-первых, дымажат, во-вторых, также взрываются. Дальше. Как вы видите, где квадрат и ромбик, соответственно, с левой и с правой стороны, там есть башенки. На этих башенках яйца. Всего этих яиц 36, по 18 с каждой стороны. Далее. Развернули голову. На 180 посмотрели с лестницы вниз. Там трусы и луна.
Босс будет вызывать смотрители кладок, соответственно, два моба. От луны идет в квадрат, от трусов идет в ромбик. Эти мобы подходят к яйцам и разбивают их. Соответственно, с них влезут дракончики. Дракончиков надо будет зауешить. Они вешают, если на вас агро, соответственно, на того, кого они бьют, они вешают магический дебаф. На лечение урона от огня. Соответственно, мобов буду собирать я, Алиса будет танчить босса. Дальше, когда призываются мобы, соответственно, который идет от трусов до ромбика, мы убиваем. Который идет от луны до квадрата, мы чуть-чуть раздамаживаем, соответственно, он идет и разбивает полностью 18 яиц. Я их собираю, пока я их собираю, никто не бьет их, соответственно, маленьких драконов. Дальше, только я их появились последние драконы, Рога напул на меня, соответственно, все будут играть по дракончикам. Дальше, мистер Дейбет, твой хозяин. Ваша задача меня продиспелить. Надеюсь, понятно. И диспелите весь рейд. Твисень, на диспел не отвлекайся. Твоя задача будет захил. Да, я же сразу говорю. Продиспел полностью рейда. Дальше. Соответственно, дракончиков убили. Смотрителя кладки мы добьем, когда он подойдет. Мы его зауешим. Если что я скажу, вы его добьете. Если у нас быстро дракончики упадут, соответственно, добивать его не надо, пусть он идет и разбивает дальше яйца. Дальше, убили дракончиков, бьем Джаналая. Далее, будут идти следующие мобы. Соответственно, смотрители кладки мы не будем трогать, потому что чем быстрее они разобьют нам дракончиков, тем лучше. Соответственно, они разбивают полностью дракончиков. Мы их опять же также заливаем во все в это время огненные бомбы идут таймингово. То есть, соответственно, ребят, он нас будет ТП-шить. Центр, да, вам надо будет уклоняться. Самая ваша главная задача это, во-первых, выжить на бомбу. Во-вторых, это убить дракончиков. Когда мы убьем с одной и с другой стороны драконов, соответственно, мы убьем босса. Для чего мы это делаем? По истечению, когда мы доведем босса до 35% хп, он разбивает оставшиеся яйца. Соответственно, если мы не будем разбивать яйца, да не убивать драконов, просто все 36 драконов с обеих сторон пойдут нахуй на нас. Это вайп. По тактике это все. Соответственно, ставлю рыбу, даем фулл баф. И начинаем. Да, Райан, что такое? И Костя, дай СС на Райана. Ну, портует на центр, и из центра раскидывает этот, как его? Не-не-не, он не кастует, он как бы типа, блядь, в стойку становится, раскидывает эти бомбочки, там, секунд, когда он раскинул, секунд 5, нахуй, он и они взрываются. То есть, не надо сразу бежать, камеру сверху и смотрим. Чуть-чуть подожди, посмотри, где меньше бомб, нахуй, побежал. То есть, ребят, для тех, кто... Ну, блядь, ты, скорее всего, тут не был один. Остальные должны были быть. Бузер был, мистер Дейветер был. Пан был. Остальные тоже были. Чек на готовность. Сопроты пропили. Сопроты у вас должны были быть. Алиса тут? Да-да-да, ем рыбу. Все. Все здесь... А, блядь, даже я рыбу не подорвал. Сейчас пожру и даю отчет. Отчет на пол. Пом частицы. Навинар? Я не знаю. На ком прочь? Я на мобах. Так что не пох. Вот. Архил рейда. Мобы. Лео убили. Топать не надо. Быстрее прохиливаем рейд. Я сейчас по правому дам стан. По правому дал стан. Ага, отлично, раздамаживаем.
Не надо быстро его убивать. Сапрота выпили. Так, Твися, сосредоточение возьми. Макс, как его? Ауру защиты от огня. По смотрителю стопнули. Уклоняемся от бомб. Даю прожимку. Отлично. Бьете, босс. Уклоняемся. Молодцы. Спалить не забываем меня. Макс, не бей. Рано, блядь. Команды не было бить. Главное продиспаливай. Ух там, блядь, их осталось-то, ёптвою мать. Так, все. Дракончики, все. По драконам играем. АОЕ на пол, рога. Так, аккуратненько. Уклоняемся от бомб. Уклоняемся. Лис, прожимку. Я в прошлый раз отдала. Угу, отлично. Убиваем. Убиваем дракона. Все по драконам играют. Продиспел танка, блядь. Мистер Дэй Бэтл, чисто диспель меня. Остальное его ешим. Так, блядь, сейчас заберу несколько. Аккуратно. Даю прожимку. Блядь, смотрите лекладки. Вот этого пока застанил нахуй. Бьем, добиваем. Этого смотрите лекладки не трогайте. Добивайте мобов, просто добивайте мобов. Все, играем по боссу. По боссу играйте. Да не надо раздамаживать. Не надо, бейте босса. Блять, хиллбот багается, вообще не вижу ничего. Блять, вот этот босс ебаный. Вот багается, пиздец. Так как ты прошел-то мимо лужи-то, блять, охуел, что ли? Уклоняемся. Что, давай. Так, Рога, сейчас подойдут мобы, напуливай всех на меня. На пол, давай. На пол играем по мобам. Чисто по мобам играем. Да, Геру даем. Играем по мобам. Ребят, следим за агро. Маны нету. Райан, залеем Твиси ману. Уклоняйтесь. Сейчас вам главное уклониться. Прожимка будет. Прожимку отдал. Блять. Райан Бэйр, мистер Дейбеттер, быстрее. Сразу продиспел меня. Быстрее пробаф его. Тебя пробафай только. Все нормально, можешь не диспелить. Все,
все, по боссу играть. Этого заклеиваем. Бомбы, уклоняемся. Прожимки нету, уклоняемся. Все, босс мешок убиваем. Главное от бомб убегайте. Ты же уже мешал чай. Да? Ну да. Сорян, сорян. Теперь пошлёбаю. Ну и здесь же босс. Если все правильно на мобах сделать, ну можно убивать и, блять, ну, то есть не по половине мобов, по 9 штук. Рейд так что сильный. Все нормально. Прожимки нету, ребята, выживаем. У меня есть. Так, тогда давай. Мне кажется, Зул'джин еще и Зея. Не, ну, Зул'джин, да. Да чё нет-то, да. Мы сейчас проверим по нашей тактике новой. Точнее, забытый старый. Да, сейчас посмотришь. Ты на той тактике вроде был. А, Макс бафни. А, не может. Он лег. Пан. Паладин лежит. Уклоняемся. Про сейв дам, если чего. Как видите, этот место есть, то есть уклониться можно. Так, а у тебя ИП-то не стопнуто? Когда я не читаю, кулак баф в пороге. Я не кулак, я... Не, она МП-5 бафует. Да сейчас... У тебя это... крест есть? Плюс-минус крест есть? Сейчас, блядь, я достану стропа. Все, вот. Пусты мои вопросы. Беги, беги нахуй. Прям сейчас начинай, да, бежать. Так. Ты что, ГМ поставил, то я тебе дала. Давайте-ка. Ой, щиток на парирование. Давайте-ка я этот. Короче, через так, через РВ посмотрю по ИПВГП, блядь. Соответственно, кинжал нужен кому-то. Лут за ГП здесь, сразу же говорю. Идет только сундуков, только за трине. Ну, блять, да, за трине и сундуков. Не фу, конечно, чё. А вот этот что чит ты... можно без ГП, что ли? Так а чё, хочешь, бля, а чё смысл? У меня смысл? Какой-то, как он называется, с магикой или откуда, или с грула. Ну, такой же сокет. Да, они изейшие, понимаешь? Ну, блядь, давай тогда пушки, ну, блядь, за сколько она? За половину? Просто, блядь, ну они убиваются здесь. Тут самый важный лут это этот, нахуй. Ну, тринька. А маги... Тринька и еще с кольца. Тринька и сундуки. Ну. А плот нужен кому-то? Ну, давай, не щит. Ну, плюс там 20 выносливости будет. Ну, у меня синий так. Такой. А, с этого, с груля? Он пижи. Mm-hmm. Ну, здесь как раз это ты еще. Там вроде 20 выносливость больше, вон. Если вставить камень. Ну, хорошо, тестим. Макс, он просто у нас танчит постоянно, так что поддам ему. Так. Далее, по шмоту сразу вам буду говорить, то есть... Ладно, СМП-5 надо кому-то? То есть на холле палу? Я так думаю, нет. Так, это что у нас? Это говно. Дальше. Меч. Нужен кому-то?
Тебе латы нужны эти? Обменки, дай, Макс. Он красивенький щит этот. А, это доска гробовая. Я тоже хочу такую. Ой, одеяние, блядь, пушка была. Пушка, пушка. Гробовая лут. Вот, пушка нужна кому-то вот это. Вот это что-то. Хуйню. Доска моряка отвесит. Так, не нужна, я так понимаю, да? Дальше. Гребовая. Вот это тело надо кому-то? Вы просто ролл нажимайте, я посмотрю потом. Хорошо? Мне кажется, тут вот кому что надо, они уже запомнили шмотку и только ее и ждут. Так, ткань нужна кому-то? Тебе с духом нужен кожаный? Вот этот, что ли? А тканевый не пишь же? Ну все. Давай обмен. Латные ботинки нужны? Привет, померяем трансмут. У меня есть уже такие. Макс, у тебя есть? Нужно транс страшное. Тебе нужен, нет? Ботинки. Или у тебя есть? Да, пускай забирает. Если нет, то этот бери, конечно. Там с мастерством. Так, дальше. Соответственно, три шмотки сундуков. Гнев нужен кому-то? Это на кого вообще гнев? На Энг. Так, дальше. Пояс. Плащ. А плащ-то на кого такое? С ловкостью. Это ретрик, наверное, да? Ретрик этот. Смотри, Макс, он за ГП. Обмен. Ну, твой хозяин на мейн. Ну, с кораблей попище будет, да? Ну, с кораблей, да, конечно. Ну, блядь, пока с Гера нету, чё, этот лучше, ёпт. Так. И кольцо с ловкостью. Ну, обмен. Так, а, ты тоже нов. Ну, он на мейн. Ребят. Давай, обмен, Макс. Вися, ты чё, жуёшь-то? Шоколадные. Шоколадные. Я сейчас буду шёбать. Так, пошли. Аккуратненько. Не по центру идём, а по правой стороне. А еще, блядь, сейчас этот, нахуй, включу режим Дарт Вейдера, блядь. Ну, тогда вы охуеете, погнали. Просто там, видишь, ой, в грунь магики, блядь, за ГП, потому что, блядь, там это 25 человек, и туда может пойти каждый, блядь, точно. Там похуй какой состав, блядь. Uh-huh. А тут, блядь, это пиздец, нахуй. Надо подобрать рейд, чтобы убить ебаного рот. И не все подойдут, нахуй. А шмот почти аналогичный. А кому мы сейчас закрываем, кстати, зубы? Четырем людям. Мистер Грейбеттер, Равен, Бузер и еще кто-то. Твой хозяин. И Ретрик. Сейчас босс, да? Который... Ладно. Да. Сейчас там смайлики рисуешь, потому что я тебя так называла, я тебя это вообще мастурбатором называла, так что... Да, висят, засчитано нахуй. Лучше было бы, если бы на это с нами ты бы там сказал.
Да не нужна тебе палочка страшно. Зачем? Обоснуй. Где П? Какой да хиль, сейчас подойду. Ну-ка раскрывай все свои тайны, но. Какой-то там П. Да ну ты гонишь, где? Алиса, заберись мне. Ну, куда? Да, около этого. Эй, блядь, каких нейтралов? Где? Какие нейтралы? Покажи. Он тебя обманул. Пиздит, походу, да. Это подпёсывает, но. Давай, я сейчас палочек набрал, нахуй. Пошли. Я чё хочу там, проверить. Ну, пойдем глянем. Можно мне? Нет, нахуй. Медвежий. На вот этот, на лягушку, что ли? Ну-ка. И чё это, блядь? Митцы какой-то, нахуй. Короче, палки не пьюзаешь? Ой, что это? Я повторяю такие, которые идут на рейд.
А, быстро себя, как и делают паладины, то есть милишники, это для вас. Соответственно, Макс, мы, если воруют у палов, соответственно, лужу не кастуем. Дальше. Так. Разбойник. У разбойника ослепление и нейтрализующий яд, если что, продиспеливайте. Далее, шамана, самое такое, это тотем кольца огня. Ребят, тотем может появиться и на столбе. То есть следим за этим. Если шамана, то есть палим тотем. Тотем надо быстренько убить. Далее, с чернокнижника он ворует огненный ливень. Также в Эмиле зону может закинуться, также и в РДД зону закинуться. Надеюсь, понятно. И да, последнее это воин. У воина он ворует, ребят, для кастеров, отражение заклинания. То есть следим. И вихрь для милишников. Вихрь, он кастует, соответственно, отходить надо очень быстро. По тактике я объяснил все, соответственно, начинаем босса. Босс начинает Алису танчить здесь, то есть будет стоять с тургом, соответственно, контрольную рыбку, блять. Короче, сопроты еще остались, рыбку едим, те, кто ложился. То есть запомнили цель, кто контролит. Надо быренько снять. Так, протовскую я повесил. Защита от огня. Так, защиту от тьмы. Макс, прото. Ромбик твой. Чек на готовность. Бафы проверили. Так, апосос тут. Да ничего не делать, блядь, выйдет с МК, не знаю. Если в МК покинет, значит, тут кидает, блядь, по 6. Вихрь, он под боссом только. То есть основная это лужа ДКшника, соответственно, готовишься, и сливня убегает. Все. Ну, посмотришь, это хуйня. Чек на готовность. Кто контролит, давайте сюда поближе подошли. А чё... Блядь, ну Алис! Отчёт-то где, блядь? Чё опять за хуйня начинается? Веру. Да нихуя, ёпта. Готовимся. Так, с друида, отлично, пьем. Играем чисто по боссу. Готовимся. Так, опять друиды. Блять, ну пиздец. Блять, это твой косяк.
Так, сроги. Блять, я думаю, сорян. У меня было, блядь, неистовство, блин, сука. Юля, отойди. Дал мастера. Так, у бузера готовимся тотем убивать. Тотем. Налейся прожимку. Так, у бузера готовимся с тотемами. Макс, контролить не забывай. Тотем. Так, сейчас жесткий прохил рейда. У хозяина ложу не юзаем. Милишники, готовимся отбегать. Так, крылья отлично. Отошли, отошли. Бэйр. Отошли. Ясно. Ложимся. Масрез, давай. Фиги, время есть. Равен ты БР не потратил? Вон там две лужи подряд кинул, да? Ага. А сколько близко там вообще? Милишники были. Угу. По вам вошло три тика лужи, ёпта. Я выпрыгнул с этой, в ту задел, короче, но... старую. В ту, видишь, в первую у тебя прошло два тика, нахуй. По мне прошел один, я стоял чуть-чуть рынжу. Набирайте рынжу от босса. Пан, Войд,
Макс, что фрейм у него большой. ДПС у меня за глаза, блядь, и у нас брало сейчас заебись. Так, ладно, ничего, нормально. Без, блядь, отчета в слове атаки я вообще не пуль никогда. Запомни это. Так, Макс, прот. Так, вроде... Да, да, все готовы. Отчет на пол. Веру. Играем чисто в босс. Не забываем. Так, у мистера Дайбеттера, блять. Ну молитесь, что нахуй не контроль. Взрыв разума, заебись. Нифига себе, у меня какая-то ачивочка. Только не контроль, только не контроль, сука. Контроль, блядь. Я вышел. А, нихуя. Ну, я ж говорю, чаще всего нахуй делает контроль, блядь, нашу пару. Ложимся. А, из-за этого ШП тут не берут, да? Конечно. Резать. Пиздец. А ты видел? А чё никак... 8 человек, нахуй. А чё никак не законтрить эту хуйню? Он мне мгновенно дает что ли? Мгновенно дает контроль. Бля, не кастует его. Да я сейчас потерял этому резку. Да я уже встал, блин. Ну беги, значит, нахуй. Блядь! Пока не могу использовать эту способность. Нет, нахуй. Будешь так идти. Там замена. Так мы... Смотри, мы можем его только на одного босса. Так и ДПСить кто будет? Взять какого-то ДД. Не приставать на одного босса, а инструбатора на доставить. Не все пойдут сюда нахуй на одного босса. Нахуй пусть остается. Все, я молчу. Все, блять, ДЦ или холи спек нахуй отправить, ёпта, сделать все, ёпта. Все, проблема решена. Даже символы вставлять не надо нахуй. Сейчас спек скинуть и все, и без спек. Фулл баф дали. Какие? Да. Чек на готовность. Давайте, у нас сопрод 24 минуты нахуй. 2 часа. У кого-то 2 часа. Бля, у меня такого нет пока. Потом. Алиса, готова? Все готовы, отчет на пол.
Геру. Где еще Гера? Угу, я понял. Ну, значит, нормально надо. Так, Робби взял, отлично. Контроль контроля. Красава. Так, готовимся с Лимни убегать. Гера откатилась, Геру давай. Готовимся. Еще будет 5 кого добавить. Так, у паладина. Ренджу чуть-чуть набрали. Бьем, бьем, бьем. Отошли. Блять, я там. Бьем, босс. На ренже. Отошли. Ну, блять, ну, ребят, вы издеваетесь, блять? Легли. Ну, слишком. У него большая ренжа, видел, да? Ну, прям отходишь, можно один тип проявить. Дай на кого-нибудь. На, да. Ложимся, ложимся, ложимся. Надо дальше ренжа вставать. Ренжа у него большая. В чем проблема, ребят, блядь? Говорю, набираете ренжу. Нет, вы нахуй подходите, дублите его, блядь. Прям в пятки ему дышите. Блять, сейчас брало нормально, на. И так нормально. Так убивается этот босс. Ну считай, если пристав берет, то это 100% вайб, да? Не 100%. Он может не заюзать этот скилл. Он типа его редко юзает. Но он юзает скилл раз в сколько-то секунд, ёпт. Что тут у вас? Чё, мало крас? Чё, вайпать есть сейчас? Бля, я еще пока добрый, нахуй. Ну, блядь, пора начинать нахуй ГПшки кидать. Заебывается. Фулл баф отдали, чек на готовность. Сейчас, подожди, маму восстановлю. Давай, давай. Начинаю просто время перерождения на изи боссе, блядь. На мастерство, на 30 мастерства есть. На все соки-то почти есть, на милишник. Давайте последний чек на готовность. Утверждайте. Отчет на пул. Гера в КД или нет? Угу. Ну, бьем, значит, так.
Ренжу набираем. Так, свет небес установил. Отошли. Так, крылья. Прохил, прохил рейдом. Так, у меня двое. Ренжу набираем. Макс, ты контроль сделал? Контроль, контроль, контроль. Угу. Так, свет небес. Крылья. Крылья, магия, диспельте ее. Геру. А, ну, блять, у меня 5 минут, когда. Ну, только по 3 езжай. Ну, примерно. Так, у Вайда готовимся на максимальном рендже, не забываем. От вихря также отбегаем. Отошли! Отошли, милишники! Не спиной, Макс! Отошли. От контроля можно мабл отдать. Дал мастер аур. Да хуй его знает, он может под баблом кинет, ёпта. Надо попробовать. Так, у Вайда готовимся отходить. Блять. Отошли. Болезнь повесили, сука. Я сейчас кину там нормально. Сука. Алис, давай прожимку. Так, у бузера готовимся тотемы снимать. Да ты, сука, заебал его, блядь. Хилить нахуй. Тотем. Чего это за худра стоит хилить весь бой? Да, блядь, я не могу ее законтролить. Я из книжки в бою не достану. Прохил рейда. Сейвов нету, прохиливаем. Дойдет на достаточное расстояние, я ее нахуй хуйну. Так, по мидвея ренджу набрали. Милишники, ренджу набрали. Отошли. Бэр есть? Давай, да. Ну вы чё? Отошли, 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 отошли. Блять, и там лужа, сука! Ой, блять. Ложимся. Да иди вам. Ваши души будут растерзаны.
Блять, меня это бесит уже нахуй. Теперь он ОКД. Теперь он ОКД, да, Райан? Отлично. Пиздец. Нет.